Когда мы говорим про космос, мы сразу говорим Гагарин. Но ведь это же самый верх. И путь к этому прокладывали люди, которые высчитывали, считали, боролись, доказывали то, что это свершится. И 60 лет тому назад это свершилось. И прозвучало не только на всю страну, но и на весь мир. Это замечательное русское слово, которое вы сейчас скажете хором, и мы начнем. И вы в исполнении участников театральной студии «Военмеха» узнаете некоторые фрагменты из жизни Юрия Алексеевича Гагарина. В конце вас ждут сюрпризы. Я очень надеюсь, что вы сейчас выключите свои мобильные телефоны, а если вы будете фотографировать, что-то снимать, то сразу будете отправлять именно на сайты и странички в социальных сетях со словом «Военмех». С днем космонавтики! Попробую еще раз. С днем космонавтики!